Ну что, дорогие друзья, продолжаем наши фото-видеосъемки. Вот это улочки Трапани. Вот эти закоулочки. Сеньора. Сеньора. Искузи. Давай к ней пиццерии. Так, здесь моют окна. Так. Машины французские. Хуендаевские. Ну, куда же там без нашей Тойоты. Даже вот такие жопыры. Не знаю. В общем, короче, мотоциклетка на колесах. Идем. Смотрим. Снимаем. Местная рыгаловка. Я даже не знаю, туда стоит ли заходить. Нет, не стоит. Не стоит. Все какое-то непонятно пыли, да? Это все слой какой-то. А можешь пройти? Нет. Ребята, это надо видеть своими глазами. Да, ладно. Все-таки безопасность. Сикуреца, товарищи, по-итальянски. Безопасность — это сикуреца. Это превыше всего. А даже такие машины есть. Мы. Даже такие. Хрен знает что. Товарищи, вот это судно большое. А что же тогда был Титаник, а? Титаник с нашим Леони Ди Каприо. Леони Ди Каприо. Что же тогда? Что же тогда было? Ленька. Ленька плыл. На каком же он тогда судне и пашил? Да. Вот это нет, вот это самое. Бордобрейка. То есть волосы можно побрить, постричь. И там, и сям, и везде. Так, ну и уже открылись, уже все. Уже все. Съесто. Финита. Вот телочка пробивает парковочку своей машины. Да. Телочка. Вот смотрим улочки. Это непременный страж, блядь. Это все удовольствие сидит. Так, курит. Конечно, что не курить-то. Пенсия, как у меня, зарплата, блин. А, небоскребы, небоскребы. А я маленький такой. А. Да. Ладно, делаем маленькую паузу.